за ваш труд, преданность своему делу, за ваши высокие достижения. Спасибо большое. Сегодня в их честь звучат слова благодарности и громкие аплодисменты. В зрительном зале сотни животноводов со всего Алтайского края получают заслуженные награды из рук губернатора Виктора Томенко. В прошлом году работники животноводства вышли на рекордные показатели в отрасли. Так, некоторые доярки достигли максимальной надой в регионе – 12,5 тысяч килограммов молока на корову. Работа, признаются представительницы сельского хозяйства, любимая. Но иногда приходится мириться с характером подопечных. Самое тяжелое – это то, что все равно где-то корову пнуть может, где-то что-то. Но это физически тяжело. То есть у нее плохое настроение бывает у животных? Ну, бывает. Как справляетесь? Лаской. На слет животноводов приехали представители такой редкой, но важной профессии – ассеминаторы. Именно они помогают корове зачать и выносить здорового теленка. Так, ассеминатор из Табунского района Татьяна Тикан, лауреат губернаторской премии за верность профессии, поделилась секретами своего ремесла. Самое главное – выявить корову в охоте. Это надо найти оптимальное время, чтобы ее осеменить. Смотрим семя на активность. Массажируем как следует, проверяем все, осеменяем и получается результат. На встрече зашла речь и о проблемах в животноводстве. В этом году на Алтай обрушилась засуха. Уменьшилась и взлетела в цене кормовая база. Прошлый год, признаются животноводы, добавил экономических сложностей. Сложности во всем есть. Доступности кормов, которые покупные корма, это в основном белконосители. Очень трудно найти качественный продукт. И достойный, потому что генетический потенциал высокий. Корма подорожали 5% на 30 по сравнению с прошлым годом. Но ставку делаем на производство собственных кормов. Виктор Томенко отметил на слете животноводов, что сегодня в Алтайском крае реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Общим объемом инвестиций около 36 миллиардов рублей. Благодаря чему получается укреплять и развивать агропромышленный комплекс региона в целом и, безусловно, оказывать поддержку животноводам. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.